Я ничего не вижу. Они со всех сторон начали, блин, переть. Погнали, еще одна попытка. Всем бугагашечки, друзья и гости моего канала. Всем море приветов, Нептун здесь. Рубрика сегодня ФНАФ о пародии, значит, Эфтенс Ламент. Глава первая, часть вторая. Да? Уже третье видео в нашей серии о прохождении данной ФНАФ-пародии. Значит, мы остановились на третьей ночи, по сути. И сегодня в этом видео я хочу полностью пройти всю эту главу 1, часть 2. Главу 1, часть 1 мы уже прошли. То есть, здесь, по сути, одна ФНАФ-пародия поделена на две части. И вот, проходим вторую. Ну, если вы посмотрели первые две серии, то вы все прекрасно понимаете. Итак, ночь 3. Значит, что мы здесь можем делать? Давайте вкратенько объясню. Значит, аниматроники могут приходить вот здесь, подсвечиваем и палим их. Также можно посмотреть назад и найти аниматроника здесь. Здесь пока тоже не уверен, никто еще не приходил вот через этот левый проход, но тем не менее. Enter нажимаем, открываем планшет, нам нужно здесь... Вот его нажимать на аудио. И вот его. Вау! Он уже прибежал ко мне, охренеть. Понимаете, да? Все. То есть нам нужно этих двух аниматроников через кнопочку аудио удерживать на своем месте. Еще раз нажимаем Enter и убираем. Монитор. Смотрим назад. Никого нет. Никого нет. Вот так. Как только кто-то приходит, либо здесь, либо вот там за монитором, то нам нужно уйти направо, вот сюда, в угол. И, собственно, таким образом мы и выживаем. Геймплей не особо разум... Хватит! Цепляться на мое лицо красивое. Какого хрена ты... Какого вообще у тебя права есть? Прыгать на меня. Так. Но FNAF Play пока без движения, кстати. А там марионетка. Марионетка! За ним видали была? Воу-воу-воу-воу, а это что, это? Так, тихо-тихо-тихо. Так, у нас гости, так, убегаем, ныкаемся. Марионетка там была, за FNAF Play. Ее раньше не было, я не знаю, это, подожди, это как-то ее нужно аудио осаждать? Или она приходит с левой стороны, или как? Пока непонятно, ну-ка давайте более подробно. Уйди! Чувак, уйди, мешаешь! Он тупо мешает. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому тогда. Так, никого нет. Тут никого нет. Тут даже у меня освещение, фонарик-то не работает. Здесь. Марионетка мне напрягает. Что она где-то куда-то улетела, но я не могу понять, где она вообще есть и откуда она приходит. Чувствую, что я не защищен. Но этих-то мы легко контролируем. Эх, главное не забывать про тех, кто приходит здесь. Ага, вот они, гости, непрошенные. Так, убегаем в угол, ныкаемся. Угол — это моя крепость. Угол — это защита всех охранников. Темный угол — это надежно. Это прям как бункер, знаете? Даже ядерный удар не поможет меня, ну, не сможет меня поработить, если я буду в этом темном злачном углу. Так, проверяем. Подожди. Ага, убежал, значит. Та-дам! На место пришел. Быстро. О, марионетка здесь. Ага. Все-таки эта кнопочка аудио не для FNAF Play, а для марионетки. Которая там, вон, видите, на заднем плане вылазит. Понятно. Я думал, типа, этого медвежонка как-то управлять.
Так. Ты сидеть. Так, кто-нибудь есть? Ага. Непрошенные гости. Что это было? Это откуда? Это откуда был звук? Эй, алло. Эй, подождите. Мне не понравился этот звук. Этот смех Фредди. Ладно, плевать. Короче, выживаем дальше. Здрасте. Черт, а че он там стоит? Он так долго там стоит? Уже пора 6, уже давайте 6. О, другое дело. Там этот Фредбер подобный аниматроник. Тупо стоит за компом и все, и палит меня. Мне это немножко раздражает. Я по своей натуре интроверт. Я люблю сидеть один. Я поэтому и пошел на ночную смену, чтобы работать один, и чтобы мне никто не мешал. Так какого хрена ко мне лезут все эти аниматроники? Моя голова забита чем-нибудь. Мыслями о выживании. А я хочу просто чилить, книжки читать. Меня заставляют выживать. Еще и куча аниматроников, блин, прут. Со всех сторон. Четвертая ночь. И почему-то этого зайчика не работает нос. Почему? Это кто-то Спринг Бонни такой, да, местного разлива? Так, четвертая ночь. Возможно, на этой ночи как раз-таки в левой, ну, стороне кто-то будет приходить. Здрасте. Фига себе! Фига себе! Уже пришли! То есть я не успел начать, они уже пришли. Все, ушли. Так, что у нас там по планшету? Так, переключаем. На место! На место! Все, вроде бы всех прогнал, да? Так. Да ты прикалываешься. Ладно, ныкаемся. В конце третьей ночи он реально очень долго стоял, наверное, часа полтора. Так что, надеюсь, сегодня он не будет стоять очень долго. Так, тихо. Проверяем. Да он запарил. Так. Я могу использовать, кстати, пока планшет. Так. Ныкаемся. Подождем здесь. Чё он там стоит так долго, а? О, все, он ушел. Наконец-то. Боже. Откуда там же никого не было? Чё за хрень? Вот там. Он запарил меня стоять. Там, за столом, он, блин, опять там стоит. Причем очень долго как-то. Вот он. Так. Как же меня запарил. Он стоит, тупо стоит. А, боже. Ладно. Так. Где он там? Он все еще здесь. Черт, буду, короче, из этого угла я тупо не выйду. Все, извините, делайте, что хотите. Я буду в этом углу сидеть. Окей. Он ушел, ну неужели? Спасибо большое. Мерзкие, неприятные штуки. Так, никого нет. Ладно, пока, значит, не буду в углу сидеть, в своем темном любимом углу, буду сидеть здесь. За монитором, за планшетом. Раз все аниматроники наконец-то все-таки ушли и оставили меня в покое, то можно спокойненько дожить до 6 утра. Да. Бу-га-га! Пятая ночь. Скорее всего, это финальная ночь. Поэтому давайте соберемся. Здесь будет прям все по харду и по жести. Окей. Я думал, что, знаете, сейчас уже нажму, и прям куча-куча этих кроликов будет. А пока вроде как-то все спокойно. Вау! Так. Окей. Так, минутку. Давайте мы сразу тогда на компе всех тут нажмем. Вот. И здесь тоже. А, он ушел? Тут кролик, тихо. Ныкаемся. Ждем 1, 2, 3. Все, пропал. Идеально. Так, здесь.
Меня смущает этот коридор. Я здесь пока еще толком никого не увидел. Странный коридор какой-то. Уже 5 ночей, ни разу реально там никого не видел. Это дико странно. Окей. Опачки, пара-папачки, пришел ко мне маленький спринг-трап. Или спринг-бонни. Ну, короче, вы поняли. Какой-то там кролик. О! Что это? Подожди. Что это? Там какой-то медведь! Вон! Видали? Такой, из-за стенки, типа, я его не вижу. И как его прогнать? Подожди. Он не уходит? Как его прогнать? На него смотреть нужно? Или мне за угол забежать? Он не уходит. Черт подери, мне нужно... Блин, я ничего не вижу. Они со всех сторон начали, блин, переть. Погнали, еще одна попытка. Короче, у меня новая тактика. Чтобы не подыхать постоянно, я тупо сижу в этом углу. Между вот этим вот монтажом, который только что был, значит, я умирал раза 2 или 3, уже не помню. Меня, блин, убивает марионетка в основном. И... Откуда не пойми, взявшийся какой-то кролик, который чисто случайно как-то пробирается ко мне через проход и убивает. Короче, сижу тупо здесь, иногда подбегаю прогонять марионетку, и все. Изи-каточка. Так, что будет дальше? Ты помнишь меня, правда? Это я, твой старый друг. Все время, что ты ищешь меня, но это время тебе понадобится, чтобы пересечь еще две ночи. Я тебе помогу найти меня. Посмотри, nearest cold place. В холодном каком-то месте. Я буду там ждать. Смотри, мои зеленые глаза и... Все глаза. Я не могу ждать, чтобы тебя увидеть снова, Михаил. А, Майкл. Короче, типа меня кто-то там ждал. Экстра. Овертайм шифт. Так, давайте посмотрим менюшку экстра. Аниматроники. Фредбер. Значит, все-таки это был Фредбер и Спринг Бонни. Но они дико необычные. Папет марионетка. Плюшбон. Угу. И Спринглок Суит, костюм. Так, понятно. Экстра детали. Ну, можете перевести, кому это интересно. А кому это действительно нужно. А еще есть режим кошмара. Ночь 7. А, не знаю, давайте его тоже пройдем. Посмотрим, что за режим кошмара, что он такое, что там по-другому, как иначе. Будем выживать. Режим кошмара. Ну, визуально вроде ничего не поменялось. Такой же угол, такой же коридор, никаких пятен крови. Здрасте. Это кто? Это кто был? Что это? Какой-то шедо аниматроник. А овертайм шифт это что, тоже ночь 7? Или это и есть ночь кошмара? Что за овертайм шифт? Хотя там говорилось, что я должен еще дополнительно 2 ночи пройти, вот эту, видимо, и кошмарную ночь, чтобы что-то было. Сейчас посмотрим. Так, интересно, это обычная ночь? Нет, вот он. Что с тобой делать? Как тебя прогонять? Да, это та же самая ночь. Что-то я не вижу, как его прогнать. Допустим. Давайте подождем, когда он придет. И сразу пойдем аудио понажимаем. Так, вот. Это не работает. То есть аудио его хрен прогонишь. Давайте тогда, не знаю, забежим в угол. Так. Сбежал. Я живой? Вроде пока да. Он опять здесь. Да черт подери! И это его не останавливает. То есть, как его прогонять? Может быть, светом нужно щелкать, я не знаю. Давайте пощелкаем светом. Пришел.
Давайте, щелкаем здесь, я не знаю, щелкаем здесь. Без понятия, просто нет никаких идей. Не знаю, друзья. В общем, я, главное, прошел сюжетный режим, вариант. Получил звездочку, все, больше мне не особо это интересно. К тому же FNAF пародия дико старая. Не знаю, как этого шейдо-аниматроника мне проходить. В общем, большое всем спасибо за внимание. Если вам реально интересно, то попробуйте скачать ее. Ссылочка на игрушку будет в описании под видео. Попробуйте пройти. Можете даже потом написать в комменты, я это учту, прочитаю. И, возможно, сам потом как-нибудь пройду. Непременно поддержите видео пальчиком вверх, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, друзья. Желаю всем позитива и добра. Всем пока-пока.